мой друг. Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, гастроли театра преждевременно прекращены. Я по поводу вот этих журналов. Радиолюбители немецкие. Давайте, так, тут осталось 5 штучек, посмотрим. А остальные за 88-й, 89-й и 90-й за 3 года как-нибудь попозже. Потому что все-таки, кроме, так сказать, исторической ценности, практически они практически не имеют. Так. Будем лучше вот с вами вот это смотреть. Тут вот многие помнят брошюру «В помощи радиолюбителю советской», а это, так сказать, мы с вами смотрели, но не доглядели. Плейлист оставлю. Здесь более интересно, так сказать, проводитель по журналу «Радио» практически. Ну, еще по радиолюбителю советский. Еще. Тут, так сказать, более интересно. Надо добить эту кучку. Так, вернемся к нашим немецким друзьям. Как ни странно, стали попадаться интересные схемы. Как интересные, с той точки зрения. Чем отличается их от наших годов. Но журнал, конечно, специфический. По поводу схем здесь не очень так много. Радиолюбители и журнал «Радио» были намного интереснее в этом плане. Ладно, посмотрим. Давайте. Так, «Фанкоматор», 87-й год. Так, вот немецкий класс. Похож на наш. Так, у нас в 88-м примерно то же самое было, только загружались они с центрального компьютера, черно-белый монитор, электроника, компьютер БК там 000, электроника БК там 0 единиц, как там называлось хитро. Тут у них, по-моему, тут что-то даже вроде как цветное, но не факт. Так, опять вот воспитание подрастающего поколения немецкого. Так. Кампфайна, борьба. Любительская борьба. Ну да ладно. Такие же вот дебаты, как у нас. Один в один все. ОЧП СССР. Николай. Так, фамилию не выговорю. Даже пытаться не буду. Вот я так думаю, что-то изучают наши солдаты, какое-то оборудование немецкое. Интересный герб. Якорь, винт и винтовка. Так, вот, кстати, немецкий компьютер. Так, интуитивно, да тут опять Klein Computer, маленький компьютер из ГДР.
Вот. Такая платка. Как-нибудь все-таки нам эту штуку увеличить. О, какая. Вот его. Тактико-технические данные. Процессор 880. Интересный пенсинг. Даже не буду пытаться изобразить. Такая вот штука. Очень похоже на индикатор Чагото. Приятнее получается. Да, вот столб такой. Так, еще что-то микроэлектронное. Какой-то оптический датчик. Такая вот у нас автостопка, кстати, ребят. Где он тут? Вот по эту фигуру. Еще какая-то оптическая система. Вот звуковые датчики чего-то. Уровень воды, я так понимаю. Жидкость. Нижний. Тыкс. Ножка. Дорожка. Тут всякие. Графики, таблицы по радиоспорту. Упс. Это не перфокарта случайно? Или это какая-то анкета? Интересная таблица. Структурная схема чего-то. Такие штукенцы.
что-то на индикатор похоже. Так, ну это нас не заинтересует, наверное, скорее всего. Трабант. Помню, такая машинка у них была. То ли сигнализация, то ли какой-то звоночек. Что-то контроль чего-то. Так, календарь. И деталях календарь. Очень такая интересная схемка. Очень похожа на наши часы электронные. Ой, как решения же были, по-моему. Уже забыл. Нет, сейчас уже не вспомнил. Я показывал свои самодельные. Там 176Е, 13, 12, 18, что-то в этом духе. Нет, уже не помню, не буду вам как путать. Во, календарь. Очень похоже. Прокладка. Устройство. Так, какой-то щуп. Тестер. Логические 0 единицы, скорее всего. Так, вот это листа. А, вот, смотрите, какая штука. Микро. В общем, энергосинтезирующие индикаторы. Их не, смотри, какое чудо. Нам бы в свое время такое. Оно вроде как теоретическое было, светодиодное. Мне кажется, это только был по справочнику. Цифры и буквы. Кое-какие знаки. Интересно. Так, опять тут что-то у нас таблицы, программы. Ну и все, листаем. Ух ты, во! Такая вот фигунь, типа на пишущую машинку похожа на этот. Скорее всего, этот матричный принтер. Для текста, но она же, хотя могу путать, пишущая машинка, такой вот сундук. Комби-бокс, ясно? Интересно, вот такого квадратного дизайна, чемодан, ну чемодан, погоди.
Вот такая штука. Приемник вижу. Регулятор громкости вижу. Носитель. На чем? Усилок, наверное, скорее всего. Чего оно крутит, приемник? Пластинки или кассеты, непонятно. Места нет. Так, что это у нас такое? Фигушки его знает, что это такое. Штука интересная. Так, очередной диплом. Так, ну ладно, что-то мы 15 минут посмотрели. И что-то притомились. Следующий будет 8. О, Москвич 412, соревнования какие-то. Выставка. Так, это охота на лист по-немецки. Так, ну да. Так, ну до новых встреч, продолжение следует.